Смотрите, обнаружил странное явление по компасу. Это южный полюс. Ведем, 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 ведем. Хоп, перевернулся. Что за фигня? Ведем обратно. Ага, южный полюс. Давайте с другой банкой. Здесь северный полюс. Ведем, ведем, ведем. Хоп, перевернулся. Почему такая ерундистика? Вот же северный. А тут обратно южный. У банки почему-то половина севера, половина юга. Давайте электростатикой проверим. Красный. Красный. Давайте с другой стороны. Должен быть северный. Вот он есть. Но если с одной стороны красный, то с другой стороны должен быть синий. Вот он красный. Давайте повернем его. Снова красный. Еще повернем. Снова красный. Что за ерундистика? Почему же эта штука на компас реагирует по-другому? Южный. Смотрите, веду, веду, веду. Хоп, перевернулся. Веду обратно. Снова перевернулся. Магнитов сейчас здесь в системе нету. Это ферритовые кольца. И с другой банкой такая же фигня происходит. Вот смотрите, ферриты я убрал. Давайте еще раз. Красный. Веду. Стрелка переворачивается. Почему у банки два полюса? И с другой стороны по-другому это будет. Смотрите, он переворачивается. Веду в другую сторону, снова перевернулся. Обратно перевернулся. Итак, значит, в комментариях меня попросили сделать такую фишку. Я взял пол-литровые банки, обвернул их алюминиевой фольгой, прикрутил к алюминиевой фольге вот эти провода. Внутри банки просто стеклянные. То есть там алюминия нету. Ну, типа работает. Насколько эффективно? Ну, смотрите, поток прям реально разъединяется и достаточно сильно разъединяется. Выключим освещение. Ну вот, смотрите, работает. Вот каждый сможет посчитать количество щелчков по лампочке. Добавим ферритовые кольца с обеих сторон. Посмотрим. Поток стал разъединяться больше. Вот показываю вам с обеих сторон. Реально больше. Его прям видно, что он сильнее. Так, выключим свет. Так, смотрим щелчки. Видно, что щелчки, между щелчками происходит гораздо быстрее пробой. Поставим магниты. Давайте понаблюдаем. Ну, такое ощущение, что увеличилось разъединение струйки воды. Так что вот это хороший вариант. Выключаем свет. И смотрите, еще один такой эффект. Я беру компас, сейчас железа тут нету вообще. А стрелка компаса вообще не реагирует. И так, и сяк. То есть, стрелка компаса-то не реагирует. Вот смотрите, я ввожу туда-сюда.
То есть этот эффект наблюдался с компасом, когда банки были железные. Тоже вот еще одно интересное исследование. Так, сейчас некогда поставить. Я поставлю вот такие втулки еще вместо вот этих медных, не знаю, цилиндров. Еще раз показываю вот эти штуки. Мне уже раз 20 написали, что это катушки индуктивности. Ребята, это не катушки индуктивности. Где вы здесь увидели намотку? Сколько можно писать одну и ту же чепуху? Это обыкновенное медное кольцо, спаянное. Поставил по два магнита с обеих сторон. А вот вода настолько сильно стала разъединяться, что стала выплескиваться вот мимо. То есть, как я и говорил, необходима здесь масса. И неважно, видимо, из какого металла это будет. Из материала или металла. То есть толщина должна быть достаточно мощная. Видимо, еще и плюс ферритовые какие-то свойства и магнитные свойства. Ну вот с двумя магнитами, как она щелкает. В общем, эффект мне больше понравился вот с этими банками. Так, давайте посмотрим электростатическую полярность. Так, вот горит красный светодиод. Вот синий светодиод. Смотрите, вот руку я подношу и часть электростатики на себя забираю. То есть красный в большей степени работает, а синий в меньшей степени. Смотрите, не может пробить. Я часть энергии, видимо, при приближении руки забираю на себя. Не может пробить. Хоп, 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 не может. Пробил.